Волонтеры, спасатели и родственники продолжают поиск пенсионера, который заблудился в тайге партизанского района. Мужчине 67 лет. Он ушел в лес за ягодами еще 28 августа. С тех пор о нем ничего не известно. Мобильный телефон пенсионер оставил в машине. Поисковики отмечают, что местность очень тяжелая. В районе горы и сильный бурелом. Кроме того, пожилой мужчина был одет в камуфляжную форму, что также осложняет розыск. Однако на пенсионере была красная кепка. Это все-таки дает возможность заметить мужчину в лесной чаще. К поискам присоединяются новые поисковые группы. Это добровольцы и студенты Железногорской академии МЧС.